Надо почистить правовую базу. Она у нас вообще не отработана по этнонациональной политике. Мы 20 лет мусолили концепцию, наконец ее все-таки сделали. И вот на основании этой концепции по национальной политике, хотя тут есть различия национальной политики государства, где живут много-много народов и разные языки и культуры. Это и есть в комплексе национальная политика и этнонациональная политика, которой, в общем-то, тоже надо заниматься. Но это просто другая немножко сфера деятельности. Это и поддержка культуры, и особенности быта. Вот сейчас Государственная Дума будет рассматривать эти вопросы. В принципе, принимать надо, потому что там много-много всего. Но обязательно, вот мы в Москве столкнулись с такими проблемами, но и в регионах сталкиваются с этими проблемами. Все зависит, конечно, от местных властей, от того, как они умеют работать с населением, что они делают для этого. Если население каждый раз обращается по тому или иному вопросу в управу, или в префектуру, или в главе администрации, и ничего не делается, это, конечно, вызывает протест. Но самое слабое место в этом протесте – это национальный вопрос. Бесспорно, этот вопрос надо регулировать на местном уровне. Это первое. Второе. У нас абсолютно не отработана система, федеральный закон по миграции. Если у нас делаются облавы на рынке или облавы на, вот сейчас овощная база стала центром преткновения, где надо отлавливать, сейчас по всем овощным базам пойдут, значит, отлавливать незаконных, нелегальных мигрантов. Отловят они 2 миллиона мигрантов. Вот в среднем в Москве сейчас 2 миллиона незаконных мигрантов. Что дальше? Куда их девать? У нас негде даже их поместить, на какие средства их депортировать. То есть абсолютно провал в правовой базе миграционной политики. Нельзя на национально-культурные автономии перекладывать проблемы государства. Это должна быть системная работа. Или говорят, вы возьмите гранты, чтобы обучать своих мигрантов русскому языку. Да почему они должны? Гранты они возьмут на популяризацию своей культуры, а не на обучение мигрантов русскому языку. Этим должны заниматься специальные службы, строить специальные адаптационные центры, где будут заниматься теми мигрантами, которые приехали сюда на постоянное место жительства. Нельзя рассматривать этнонациональную политику в отрыве от миграционного законодательства.